спортивные эстафеты, игры, познавательно-развлекательные площадки. В сквере молодежном провели праздник нашего двора. Мы играем в дженгу, веселимся. Мне тут нравится, веселимся классно. Можно позвать друзей, поиграть, выиграть подарки. Для ребят организовали интеллектуальные игры, провели викторину, посвященную Дню семьи, любви и верности. В викторине дети пробовали себя, вспоминали все советские мультфильмы, вспоминали традиции наши, славянские наши традиции, российские традиции. И просто приятно провели время. Дети за правильные ответы получали подарки. Но, конечно же, мы не можем оставить детей без подарков, поэтому каждому, кто максимально круто откликался на нашу игру, получали подарки. Были всевозможные мелки, панамы, свитшоты, воздушные шарики, толстовки. И все, конечно же, с логотипом нашего Севера Ямала. Мероприятие прошло в рамках окружной недели семьи. Тематические семидневки в регионе организованы в рамках стратегии развития «Ямал-100». Всегда приятно смотреть, как радуются, играют дети. Прекрасная погода, прекрасная организация, ребятишки радуются. Есть спортивные мероприятия. Ну, это то, что нужно сегодня детям. Им это интересно, они развиваются, причем прекрасный парк. Сейчас самый, наверное, хороший период лета.